Валер, а скажи мне, как бармен, правда, что о человеке может многое сказать его пристрастие к разным напиткам? Ну, конечно. Вот ты выбираешь кофе? Ну, и? Ну, и значит, что так же, как и кофе, заряжаешь энергией всех и утром, и вечером. Надо же, и правда. А Коля Басков любит сок? Ну, тот он такой свежий, да? А сейчас, даже можно сказать, в самом соку. Ну, а что можно сказать о Елене Ваенге? Думаю, что она обожает лимонад Буратино. И по каким чертам ты это понял? Ну, просто человек, исполняющий песни «Черепахи-тортилы», не может по-другому относиться к деревянному мальчишке с длинным носом. Затянулась Буратиной гладь старинного. Damn!